Ну что, здравствуйте, дорогие товарищи. Сегодня мы попробуем сыграть в Alone in the Dark пролог и посмотреть, что это такое. Как бы ночь на дворе, свет выключен, все дела. Ну, посмотрим, насколько она испугает вообще. Интересно, что за серия такая? То есть в определенный момент Alone in the Dark была чем-то на уровне Resident Evil, там Silent Hill, но как-то она потеряла в популярности и осталось только имя. И это имя, походу, пытается восстановить репутацию. И что ж, давайте пойдем. Попробуем сыграть. Может быть, где-нибудь мы и испугаемся. Успел прочитать, что кто-то повесил себя в подвале. Конечно, движок анриловский, но по качеству изображения такое ощущение, что мы где-то вот на уровне Resident Evil 2, 3 и далее ремейк. Я маленькая, так. А тут нету такого. Вот те раз. А еще нужно нажимать Escape, чтобы выйти. Чувствительность камеры, наверное, так попробуем. I can't wait to paint this. Gonna give it a big mustache. Окей, ушки. Not my best work, if I'm being honest. Это какой-то квест. То есть тут можно было на самом деле и Мадрид. Эту самую камеру использовать как в оригинальных Resident Evil. Потому что. Потому что если это не требует экшена, то я вполне себе за то, чтобы побегать. Так вот по комнате. Птичь. И 30. Что за птичка? Так. Нужен ключ. Так, я видел кусок. Ты самый. Oh goodness, you scared me. Господи. What are you up to, Jeremy? I have to tell someone what is going on here. I have to try. You're not one of them, are you? Please tell me, Grace. You're not a spy, are you? Who spy? Them. The others. All of them. No, you're too innocent. I'm too innocent. I need to get this letter to my niece. She would understand. Just give it to the clerk, Mr. Waits, and he'll post it. No, he
could be in on it. What if he won't post my letter? Then don't make it look like it's one of yours. Here, let me do it. Какая экспрессивная актерская игра. А я ванну так и не посмотрел. Miss Emily Hartwood, Dauphin Street, New Orleans. You don't have the number? Not sure the postman's gonna find it without... Jeremy? Where'd he go? Jeremy? I'll just post it myself then. R пропущена такая. Jeremy. I'll just take this letter downstairs to the clerk's office myself. Myself. How are there so many books in this house and still nothing I want to read? I wish Batiste would drive me around all day. Maybe if I broke my leg. Какое интересное желание. Uh-oh, Cassandra, I'm touching your typewriter. Ну, ба-ба-бам, что-то мне как-то так. Эй, мы нашли. Что ты несешь это? Письмо, как не знаю что. А можно открыть? Как бы мне не хотелось, чтобы мне нравилась эта игра, при том, что она неплохо выглядит. И что это у нас такое? Что-то у меня есть какие-то скромные сомнения. Мне скорее хочется перепройти Call of Cthulhu, нежели. Хотя черт ее знает. Я тут сужу о прологе. Короче, пока игра не внушает доверия. Так, мы отсюда пришли. Такой Resident Evil 2 момент. Интересные часики. Ядрит Мадрид. Хера себе у тебя такое вот творится, ты, блин, вообще никак. Не это самое. What have you done? Актерская игра на уровне, блин, не знаю. Хренаськи. А ты все несешь письмо. Это какое-то ненормальное, скажем так, поведение. Мне уже сразу же иммерсивность ломается. Правда? Она должна пугать. Эй, эй, эй! Хрена себе такая, стой! Эй, ну. Ай, quick time ивенты, бля. Сука, бесите. Пол это лава. Угу.
Блин, все так прикольно сделала, но, блин, не страшно, нихуя. Че? Че нам делать? Валить надо? Че-то я не чувствовал, что меня съедят. Надо было просто остановиться, подождать. Метрополитен. Feel like it did, Madrid. Вы меня так не пугаете. I suppose this mess pales in comparison to the foyer. Девочка, блин. Такое ощущение, что у тебя каждый день такая херня творится. Чё происходит? Mr. Waits, hello? Где ключ? А вот ключ. Все? Are you fucking serious? Last night I dreamt that my uncle hung himself in the attic, that we were too late. The house looked different, but it was still called Dorsetto. Dorsetto. Definitely a weird place. Feels like I've been here before. I just can't think why. Похож на этого. Let's not waste any time, detective. Товарищ из. Let's go get your uncle, Miss Hartwood. Товарищ из очень странных дел шерифа. Я же забыл, как его зовут. Это все? Вы что, серьезно? Are you fucking serious? Если вы хотели меня как-то убедить в том, что я хочу поиграть в эту Grace in the Dark. Может, какое-то продолжение, что ли? Мне кажется, что нет. Очень нет. В общем, да, товарищи, это может быть полная игра будет гораздо лучше, но пролог вообще не внушает никакого доверия. То, что я увидел, очень коротко, то, что я увидел, не страшно, то, что я увидел, очень, как называется, диссонантно. То есть какой-то людонарративный диссонанс. То есть, с одной стороны, на тебя монстр нападает, с другой стороны, эта девочка вообще никак не реагирует на то, что происходит. Это офигенная актерская игра, ну, офигенная в кавычках, этого Джереми. Вот, Джереми. Как они тут произносят. Она вызывает лишь сожаление. Ну и, в общем-то, девочки тоже. А то, что там приехали детективы, ну нафиг, фигня. То есть, кажется, что будет что-то такое лавкрафтовское в стиле. Я не могу сказать, насколько это правда, поскольку я не играл в Alone in the Dark. Но, тем не менее,
По мне, так мне больше захотелось переиграть в Call of Cthulhu, либо в первый, либо в второй. Лучше второй, потому что он без, не так сильно забагован, как первый. Вот. И, или в Resident Evil. Вот взять и купить четвертый Resident Evil, который всеми уже расхвален. Там, конечно, экшен-боевик и все дела. Тут явно заявляется как какая-то история с больше в стиле Resident Evil 2. Но, блин. Короче, подытоживаю. Нет, меня это никаким образом не убедило, что я должен внести эту игру в список желаемого. Так что спасибо вам, что были со мной. Если вам понравилось, лайк, подписка, комменты, шары, донаты, все, что в ваших силах. И встретимся, определенно говоря, в другой игре. Так что спасибо, дорогие товарищи. Адьос. Пока.